Здравствуйте, Светлана Ивановна. Это я хотел спросить, мы приходили к вам неделю назад. А, хорошо, спасибо, да. Так, ну что, давайте-ка повторим. Алло, Светлана Ивановна, здравствуйте. Я хотел спросить по поводу моста. Вот мы приходили, тогда спрашивали, вы сказали нам, что вы поговорите там с начальником дорожного управления. Я не сказала вам так, что поговорю. Я сказала, что я уже заявку послала. А, хорошо. Мы с ним встречаемся, с директором. Они уже обратились, а когда им ответ дали, что когда будет ремонт, сегодня. Хорошо, вы можете нам по истечении времени, то есть сказать, когда начнется, когда будет финансирование, когда, в каком, например, в этом году, в следующем году будет начат ремонт данного моста? Конечно. Я же говорю, что сегодня я хорошо буду встречаться с директором, мы договорились. Просто дорогу мы тут это самое к субботнику подготавливаем, убираем, все ремонтируем. Понятно, просто по поводу сроков, ну то есть, что они ответили там, чтобы нам знать примерно, как они будут там ремонтировать, если да, то в каком году? А в каком году или там через сколько? Или позвоните ОТЛ-39 и уточните, они все вам расскажут. Хорошо, спасибо.